Департамент опеки, попечительства и соцподдержки приглашает жителей Самары принять участие в общероссийской акции гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». В 2024 году акция пройдет онлайн. Такое решение принял штаб движения из-за соображений безопасности. Выбирайте свой формат участия и обязательно присоединяйтесь к акции. Администрация промышленного района сообщает о вакансиях, которые имеются на предприятиях. На предприятии ОДК «Кузнецов» требуется токарь, расточник, ведущий юрисконсульт и наладчик станков и манипуляторов. Заработная плата от 51 тысячи рублей. «Самара Волгмаш» примет на работу специалиста по продажам, контролера станочных и слесарных работ и инженера-конструктора. Заработная плата от 45 тысяч рублей. ПМ «Композит» нуждается в инженере энергетики, слесаре механики и контролере производства. Заработная плата от 33 тысяч рублей. «Самарская кабельная компания» примет на работу ведущего инженера по наладке и испытаниям, менеджера по маркетингу и опрессовщика кабелей. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Телеграм-канал администрации «Самары Вести» с Дворянской напоминает, что родители в ответе за жизнь своего ребенка. Главная задача взрослых – предупредить возможную трагедию, свести к минимуму количество пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Не оставляйте детей без присмотра, не оставляйте на виду спички, зажигалки, рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении, организуйте ребенку интересный и безопасный досуг. Ребенок должен знать, что при обнаружении признака горения и задымления нужно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону 01 101.